Губернатор Приморского края Олег Кожемяка и генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам Гуен Дан Хиен договорились о возможном открытии прямых туристических авиарейсов из Приморья во Вьетнам. Гуен Дан Хиен отметил, что Вьетнам практически полностью взял под контроль эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом. Деловая активность страны вернулась к нормальному состоянию. В последнее время предприниматели России и Вьетнама стараются преодолеть трудности в логистике грузоперевозок. В мае 2022 года судоходная компания «Феска» запустила регулярную морскую линию, соединяющую порты Владивостока с портами Вьетнама, что будет способствовать увеличению товарооборота между Вьетнамом и Дальним Востоком в ближайшее время. Олег Кожемяка подчеркнул, что между Россией и Вьетнамом традиционно выстроились хорошие отношения. Жители нашего края очень с уважением относятся к вам, к вашим людям. Вот, то есть готовы к сотрудничеству. Я думаю, что у нас есть хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества, для работы здесь по различным направлениям. Поэтому мы готовы раскрывать весь свой потенциал, который у нас есть. Вот, то есть налаживать связи, в том числе и туристические связи, вот, стремиться к открытию рейсов с тем, чтобы была возможность нам общаться. Поэтому давайте продолжать нашу работу. Гуен Дан Хиен выразил уверенность, что прямые туристические авиарейсы из Приморья во Вьетнам будут запущены в ближайшем будущем. Олег Завьялов, Тамара Чупахина, новости на Восьмом.